Картины на религиозную тематику, известные личности и достопримечательности Барнаула. Об этом писал знаменитый художник-график Юрий Кабанов. В честь 85-летия творца в Иоанно-Богословском храме Барнаула организовали выставку его работ. На этот раз картины в жанре станковой графики разбавили произведения живописи. Предыдущая выставка была у нас в храме Живоначальной Троицы, это 3 года назад. Ну а сейчас мы решили сделать выставку в храме Иоанна Богослова. Здесь у нас есть хорошее помещение, выставочные площади, часть полотен у нас на постоянном хранении. Не все эти полотна раньше видели даже профессиональные художники. Например, эта коллекция цветов в хорошем смысле слова шокировала известного мастера Николая Зайкова. Я вообще, надо сказать, что Юрий Борисович – это был художник, абсолютно не ориентирующийся ни на какую конъюнктуру, потому что, ну, мы привыкли, там цветы – это салонное искусство такое, да, искусство слащавое какое-то. Здесь мы видим совершенно другую интерпретацию этого сюжета, и абсолютно некоммерческую, абсолютно творческую, вот в своей, как бы, по своей сути. А ведь эти картины могли бы и дальше пылиться в закромах, если бы Юрий Борисович сам не напомнил жене о своем юбилее. Я никогда его не видела во сне. А здесь вдруг вот сидит на кровати и говорит, мне 85 будет. Надо карандашные мои все рисунки выставить и живопись. Живопись Кабанова раскрыла для всех еще одну грань таланта художника. Посетители отметили, что с удовольствием познакомятся и с другими неизвестными картинами творца. Что касается действующей экспозиции, ее работа продлится до конца ноября. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.